центре Иерусалима прошла демонстрация, какой давно не видела израильская столица. Сюда собрались тысячи людей, чтобы выразить свой ясный и безусловный протест против решения правительства заморозить строительство в еврейских поселениях Иуды и Шамрона. Об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил несколько дней назад. Демонстрация вызвала большой интерес прессы. Только одни телевизионщики нагнали сюда целую вереницу своих микроавтобусов. Многие демонстранты держали плакаты с надписями по-английски. Во-первых, потому, что в толпе было много англоязычных евреев. А во-вторых, демонстранты протестовали против действий американской администрации, которая давила на Нетаньяху в этом вопросе. Давила и додавила. Среди тех, кто пришел выразить свой протест, то и дело попадались люди в оранжевых шарфах или с оранжевыми ленточками. Образно говоря, они достали их из сундуков, где эти атрибуты лежали со времен борьбы за Гуш-Катиф. Выступавшие говорили о том, что Нетаньяху разрушает один из основных принципов сионизма – заселение евреями Эрец-Исраэль. Но еврейский народ преодолеет препоны и продолжит строительство на своих исконных землях. תמכו גם שרים וחברי כנסת הנחשבים לנאמני ארץ ישראל. נתניהו מתכוון לצאת לדרך שסופה התנתקות חס וחלילה, נסיגה מכל יהודה ושומרון והקמת מדינת פלסטינית בלב הארץ. В демонстрации участвовало очень много молодежи, больше, чем в прежние годы. Об этом свидетельствуют съемки, сделанные в толпе.